Добрый день, коллеги. Я рад приветствовать вас от имени Южного федерального университета и ректора ЮФУ Инны Константиновны Шевченко на открытии нового проекта «Школы международного бизнеса». Для нас это мероприятие правда особенное. Ведь именно сейчас мы понимаем, что в этом нестабильном, динамично меняющемся мире крайне важно, как никогда, формировать компетенции предпринимателей. Не просто тех людей, которые понимают, как выгодно продать что-то. Ведь предпринимательство – это не об этом. Предприниматели – это те, кто умеет видеть возможности и превращать эти возможности в общественное благо для каждого человека. Я желаю вам всем хорошей работы, коллеги. Благодарю нашим партнерам Ассоциации европейского бизнеса, которая сделала этот проект возможным. Хорошей вам работы, удачного проекта.